нас Випассана будет отличаться от Випассаны по Гоенке, кто вот был на Гоенке, да, и кто там слышал про нее. Я что видел, что когда вы научились сидеть в неподвижности, и только в этом состоянии вы попадаете в состояние медитации, это все замечательно, как вот стартовый капитал, да, как начало, как машину прогреваете. Но потом что получается? Вы встаете с места, на которое медитировали, на вас обрушиваются потоки мыслей, когда там следующая медитация, или как я в этой справился. И, в общем-то, когда вы уже находитесь в стадии, в динамике и в движении, в каком-то действии, медитация где-то уже отдаленно от вас. Вот. Я-то стараюсь, в общем-то, чтобы соединить поток жизни с состоянием медитации. Чтобы вам не надо было даже отдельно сидеть и медитировать, хотя если вы утром проснулись и полчаса посидели, уделили отстройке своего внимания, осознанности, состоянию присутствия, я есть, это замечательно. Но то же самое можно делать абсолютно в любых вещах. Например, как только вы встали, уже включаетесь. То есть не надо дожидаться, что когда будет призыв на медитацию. Медитация уже случилась, вы проснулись. Вы уже из одного пространства перетекаете в другое, в котором можете начать осознавать. Осознавать свое тело, дыхание. Можете потереть уши, руки, потянуться. То есть вы уже чувствуете какой-то некий поток энергии. Даже когда вы идете, да, то есть идете, чувствуете шаги, перемещение. То есть уже включаетесь в процесс медитации. И тогда, что здесь будет, то же самое будет в городе, при большом количестве людей или в полном уединении, для вас не будет разницы. Для вас вот случится вот эта великая тайна, да, когда жизнь соединится с медитацией. По сути, жизнь, в общем-то, есть эта медитация. Но поскольку мы из этой жизни... А что такое жизнь, да, как в песне поется? Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. То есть получается, когда мы в моменте сейчас, мы живы. Когда мы не в моменте сейчас, если мы не живы, значит мы, ну, извиняюсь, трупы, да, то есть мы или о чем-то мечтаем, или что-то вспоминаем. Все мы с рождения умеем медитировать. Вот как ребенок рождается, самый великий медитирующий – это ребенок. Вот он находится в моменте сейчас, потому что у него нет ни прошлого, ни будущего. Он переживает мир вот из этого мгновения. То есть вот все, что он воспринимает, он просто впитывает, но еще не может сказать, что там запомнил или там о чем-то мечтает. Поэтому это состояние, его иногда даже можно просто вспомнить. Мы часто становимся очень взрослыми, мы становимся такими унылыми, обрюзшими, деловыми и не позволяем себе вот попасть в это состояние ребенка. Поскольку, как там пел певец, «Мои года, мое богатство», богатство не в годах, да. Может быть, богатство как раз в том, что есть возможность убрать все эти года и почувствовать, снова осознать себя вот существом, которое впитывает каждый миг этого мгновения, этого пространства. Поэтому сложного в этом ничего нет. Чаще всего этому мешает просто обычный ум, который накручивает какие-то сюжеты в прошлое и будущее, вытаскивает. Вот. И если с ним разбираешься, это же, в принципе, вот как состояние похоже. Вот смотришь в парке, там дамочка с собакой гуляет. Большая собака, и непонятно, кто с кем гуляет. То ли дамочка с собакой, то ли собака с дамочкой. Собаке приспичило к дереву, и дамочка за ней скачет. Собака увидела кошку, дамочка скачет за ней. Но если собака адресирована, то с ней может справиться и ребенок. То есть он говорит рядом, и собачка идет рядом. Сидеть, она садится. Вот то же самое происходит с нашим умом. То есть наш ум по большей части своей похож как раз вот на эту безбашенную, неадрессированную собаку, которая делает то, что ему хочет. Скачет. Кинули палку, собака поскакала, да, то есть даже не хозяин, другой человек кинул там палку или мячик, и собака все понеслась. И также наш ум. Мы какую-то мысль закинули, внимание зацепилось, и все, пошла лавина целая. В другую сторону кинули палку, ум опять туда пошел. Поэтому, в общем-то, вот эти все ретриты, семинары, они как раз направлены, можно сказать, ну, если в грубой форме, да, на дрессировку ума. То есть ты становишься не слугой своего ума, а господином. Потому что часто мы думаем, что мы имеем ум, что мы умные. На самом деле, если так разобраться, то это ум имеет нас и в весьма извращенной форме часто. То, что хочет, то и делает. То есть эмоциональные какие-то состояния вызывает, и депрессию, и беспокойство, и уныние.
Но если вы занимаете все-таки лидирующую позицию, ваше я, то есть оно видит этот ум как просто рабочий некий инструмент. В продолжение как-то разной темы со мной срезонировали ее слова, потому что я в этих словах увидела себя, но энное количество лет назад тоже казалось, что пространство ставит тебя перед выбором или там путь, или творчество. Но на самом деле вот этот опыт випассаны, это мой второй опыт випассаны в жизни. Первый был не здесь, не с Сатмаргой, но именно сейчас я получила ту глубину и какую-то вот целостность, осознание совершенства всех вот этих моментов, всех переживаний, то есть что не надо делить. Просто наблюдай эмоции, все, ты можешь их также переживать. И вот достигнуть этого состояния, не прочитать где-то в книге, а именно пережить. Мне удалось именно здесь, с Сатмаргой. И несколько раз просто накрывало, просто переполняло какое-то ощущение благодати. Вот первый раз в проруби, когда эти снежинки я увидела падающие, Боже. Вот у меня реально было чувство, что я увидела просто Бога. То есть вот это дзенское выражение, слезы подступают, я вот его прямо постигла в тот момент, да, что падал снег, каждая снежинка на своем месте. И я потом ходила, вот 32 года, ртом ловила снежинки по улице, понимаете, человек-адвокат, 10 лет прокуратуры там где-то, то есть профессиональная деформация, все это было отброшено, и пространство дает. Может быть, вот ребята, которые собрались, Марга, да, само место, озеро, дает какое-то удивительное ощущение новизны. Ты действительно как ребенок, у тебя открываются глаза, что-то включается, и ты просто начинаешь по-новому смотреть на те же самые банальные вещи, умиляться там занавесочкам цветным, просто как искрится снег, и тебя все радует. Первые дни, да, было тяжело входить. Ну, наверное, как обычно, идет какое-то построение пространства. Вот то, о чем девочки говорили, сонастройка. Мне тоже казалось, что это какие-то уроки принятия, терпимости. Но потом, когда сердце открылось, мы делали замечательно, по-моему, это ошевская, да, традиция, медитация открытого сердца. Ну, многие традиции делают что-то подобное. И вот после второго, третьего дня прям пошло. И еще там для тех, кто будет, может быть, в будущем смотреть это видео, я хотела сказать, что Марга дает очень много, компилирует очень много разных традиций. Я занималась в разных школах йогических, ну там, к медитации тоже имела отношение. И вот это пропускание мастером практик через себя, оно дает потрясающий эффект. То есть так или иначе, какая-то техника на кого-то, она сработает, оно пойдет. И поэтому я думаю, что те зерна, которые у нас всех были посеяны, рано или поздно, может быть, уже ретрит закончится, мы разъедемся, но тем не менее мы когда-то ощутим последствия того, что было посеяно в нас сейчас. Оно просто, семя попало уже в почву, просто у кого-то почва более благодатная, уже подготовленная, у кого-то чуть менее. Ну и для каких-то процессов просто нужно свое время. Я здесь получила удивительный опыт, когда те самые Патанджали процессы дьяна, дхарана, ну это то есть концентрация на объекте, слияние с объектом. Ну у меня не получалось так глубоко и так долго вниманием своим удерживать объекты. Вот у нас была медитация со свечой. Я несколько раз просто удивлялась, насколько быстро вот этот час времени проходил. То есть действительно время замедляется, мозги твои успокаиваются, и наступает вот это внутреннее пространство внутренней тишины, из которой, где нет конфликта, где нет конфликта, уже нет. Он там все разворачивается, ты все это наблюдаешь. И ты сам решаешь вовлекаться, то есть одевать тебе эту маску, да, как Марго говорил, или нет. Поиграть в это или нет. Ты смотришь, как разворачиваются эти процессы твои творческие, как появляются мысли, как зарождаются эмоции. Я поняла, что
Многие решения я принимала раньше больше на эмоциях. Но все равно я все это приняла, и все к лучшему. Спасибо всем. Спасибо ребятам, которые были со мной. Я думаю, что каждый человек на своем месте. Все мы оказались здесь. Каждый снежинка на своем месте. Да, и все мы оказались здесь очень не случайно. Ну, это мой четвертый ретрит, но первый здесь и первый с голодом. И действительно, каждый ретрит абсолютно разный, и их нельзя сравнивать, потому что это разный мастер, это разная группа, это разная ты. А в этом ретрите, во-первых, конечно, я поняла, как много дает режим молчания и необщения. Это действительно очень важно. И это действительно как бы тот фундамент, на котором гораздо проще строить потом вот это здание внутреннего знания, там, бытия, присутствия. И для меня этот ретрит, он, может быть, был скорее не экзистенциальным, а... как-то ни странно, достаточно эмоциональным и информационным. Эмоциональным в том смысле, что вот и Марга, и Элина, они настолько человечны, в них столько любви. То есть это действительно там те мастера, которые воплощают в себе вот эту вот любовь ко всему. И это настолько чувствуется вот во всем. И, конечно, здесь просто потрясающее место. И энергия вот этого места, она сама по себе очень помогает. И информационным с той точки зрения, да, что я здесь получила много практик, которые действительно, как говорит Ира, еще прорастут как некие семена, причем это практики не книжные, а практики действительно пропущенные через, прошедшие через мастера и дающиеся нам живыми. И это действительно очень ценно. Благодарю.